Шторы кофейные узоры ждут своего обладателя. Счастливо они не только красивые, но и обладают целым набором качеств, которые улучшат ваш комфорт у себя в квартире. В чем эти качества, расскажет нам Юля Колосова. Надюш, ну прежде всего скажу, что это бренд Мариана, который использует самые лучшие ткани и свои эксклюзивные дизайны. А это значит, шторы кофейные узоры подарят собственное лицо вашему интерьеру. Вы сможете пофантазировать и даже побыть дизайнером с такими шторами. Это сами интересно. Для своей комнаты. Потому что шторы трансформер. Вот обращаю ваше внимание, как интересно они выполнены. Ощущение, что у нас здесь есть кофейные портьеры с мягким молочным тюлем. Но в то же время и тюль. То есть кажется, что это портьер. Давайте посмотрим внимательно. В таком вот закрытом состоянии шторы напоминают собой открытое эффектное окошко. Вот наши темные портьеры, наш переход и в сердце, в середине такой вот импровизационный тюль. Назовем его так. Да, но можно поменять портьеры местами, и темная часть окажется в центре. Это уже на ваше усмотрение. То есть немножечко вы можете менять внешний вид вашего окошка. Не каждая штора на это способна. Так, в чем еще секреты нашего набора кофейные узоры, кроме того, что цена такая приятная, цена только сегодня? Да, еще и расширенный размер портьеры. Тоже хочу на это обратить внимание, потому что обычно портьерный декоративный шелк выполняется 1,50 м, 1,45 м. В данном случае 2-метровая ширина только одной портьеры, а их у нас две. И это значит, что такое широкое полотно, во-первых, и драпироваться будет гораздо лучше, да, больше густой складочки вы получите на маленьком окошке. И если у вас, например, два окна в комнате, потому что, ну, бывает такая планировка, когда два окошка, вы одним комплектом украсите сразу всю комнату. Два окна. Особенно внимание тем, у кого загородный дом и нестандартная планировка. Но если у вас стандартная квартира типовая, то такое количество тканей, Юля, задрапируется эффектно. Да, ваше окошко будет просто, ну вот, любо-дорого смотреть. 2999 рублей цена только сегодня. И подарки всем хозяюшкам. Сегодня подарки, кухонные наборы. Так. Как смотрятся наши шторы, кофейные узоры в интерьере? Давайте обратите полюбуемся. Внимание, как удачно, как гармонично. Вот такие универсальные оттенки, как молочный, сливочный, шоколадный, теплые тона, вкусные оттенки, их называют дизайнеры, да, вписываются в обстановку любой комнаты. Вы точно не прогадаете с покупкой и с подарком. И встроите в любой классический интерьер. Такие оттенки считаются самыми универсальными и самыми популярными. Кстати, к любому типу мебели. Ой. От светлой до горячего шоколада. Ну, знаете, что еще хочется напомнить, что шоп-н-шоу – место экспериментов. Мы всегда доказываем качество товаров. И сейчас мы этим и займемся. Но прежде я напомню, что такая максимально низкая цена стала возможной благодаря вашим заказам. 2999 рублей. Цена только сегодня. Самая малюсенькая из возможных за полноценные двусторонние шторы. Сейчас мы все увидим. Юля подготовила для вас вот такой вот эксперимент. Юля? Да, Надюш, ну ты уже приоткрыла завесу тайны. Что-то и действительно, штора с функциональной задумкой, которая обеспечит не только красоту, нарядность вашему интерьеру, шик современный подарит, а еще и подарит максимальный комфорт. Вы видите, я уже приготовилась к эксперименту. Вторая сторона наших штор сделана с затемнением и специальной темной ткани глубокого шоколада для того, чтобы закрывать солнечный лучик. Заявляет нам производитель на 75%. Мы посмотрим, давай, как это есть на самом деле. Вот солнечный лучик у меня будет имитировать фонарик. Смотрите, вот у вас такая есть утром обстановочка в спальне? Да, так нервирует, ты знаешь, когда прям в глаз, вот прям, да, в глаз. Да, вот для того, чтобы вы утром проснулись без стресса, повесьте шторы, кофейные узоры, посмотрите, через ткань я теперь начинаю светить, и солнечного лучика больше нет. А фонарик там включен, может, и фонарик было выключен? Вы спите вот так, он у меня включен, а будете спать вот так, утром просыпаться без раздражения, без стресса. Потом раздвинем шторы, но проснемся в спокойной обстановке. Это волшебство, на самом деле, Юля доказала сейчас эффективность этого комплекта. Шторы, кофейные узоры не только красивые, но и еще и доступные по цене, да еще и двусторонние. То есть здесь нет оборотной стороны, здесь вторая ткань, это тоже лицевая. Во-первых, это красиво, во-вторых, это максимально защищает вас от резких солнечных лучей. Если вы любите поспать подольше, если вы сама, да, вы привыкли вставать поздно, тогда это вообще ваше предложение. Или если вы живете на первом этаже, мы тоже закрываем
себя от вот лишних взоров со стороны, да, с улицы. Совершенно верно. А вот свои глазки открываем, чтобы любоваться этой красотой. Кроме роскошного принта, здесь еще и замечательные ткани. Бренд Марианна использует ткани и российского производства. Компания «Союз Текстиль» их выпускает и знает эти ткани. Вся Россия, они очень ценятся. А также привозятся ткани из Пакистана, где лучшие традиции ткачества мастеров, мы знаем. И в данном случае это декоративный шелк, это уплотненный шелк, портьерный, крепкий и надежный. Ага. Так что практичные хозяйки сейчас собрались у экранов. Ваши шторы прослужат вам больше 15 лет. Такая ткань не деформируется, а еще и не запыляется. Юля, ты сейчас такой список длинный перечислила. Не деформируется, не запыляется, прослужит 15 лет. Швы ровные, красивые. А у меня вопрос. Портьеры наши темного цвета, темный шоколад. Вкусный. Но не выгорит ли, не станет ли он цвета какао, например, через полгода? Да, кстати, кроме того, что у нас здесь есть однотонная часть, у нас еще роскошный орнамент растительный с золотыми и бронзовыми цветами, поэтому, конечно, резонный вопрос. Так вот, рисунок выполнен методом сублимации. Это современная технология, когда краситель прямо впечатывается в волокна декоративного шелка, и поэтому даже солнечный лучик, даже огромное количество стирок не повлияет. А от чего обычный... это зависит? А давай посмотрим разницу. Вот обычная печать, если накладывается без применения там температур горячих, старым способом, то после стирок уходит краситель. Да, мы этого не хотим. Мы влюбились в замечательный принт штор, кофейные узоры, и хотим, чтобы краситель остался. Вот как делается сублимационная печать. Давление и температуры горячие используются. Мы прокрашиваем сами нити ткани, всю основу, сердцевину, то есть никуда рисунок не сбежит, даже после химчистки. И даже если шторы мы повесим на солнечную сторону, только химчистки-то никакой, Надюша, и не надо стирать. Можно надо дома в стиральной машинке 30 градусов. Не нужно химчистку, можно стирать дома. Это хороший выход для рачительных хозяек. Экономите на химчистке, а также для хозяев, для тех мужчин, которые привыкли украшать свой дом, которые любят гостей и готовятся всегда на 100%. Приобретите это украшение, будьте хозяином настоящего эффектного, стильного жилища. Ну и цена, очень рада, 2999 рублей. Однозначно, это вариант для всех абсолютно, кто живет в большом городе, кто живет в небольшом поселении. Как мы будем эти шторы вешать, Юля, вот совет от эксперта. Вот самое главное, что шторы уже на шторной ленте, и мы существенно экономим. Обе портьеры уже собраны на ленту, а это значит, неважно, какие у вас крепления на вашем карнизе, крючочки, крокодильчики или же колечки, неважно, шторы кофейных узоров подстраиваются под ваш карниз, и вам ничего менять и докупать не придется. Однозначно, самый лучший выбор. Посмотрите, как эффектно струится ткань. Это просто находка. Хотите, чтобы все понимали, что вы обладаете изысканным стилем? Заказывайте шторы кофейные узоры.